В Ленинградской области в городе Луге стартовал межрегиональный молодежный форум «Студенческий марафон». В этом году он поочередно проходит в 5 регионах. Открыл марафон Южный федеральный округ. В нем приняли участие студенты из 16 регионов России. В апреле форум состоялся в Северо-Кавказском федеральном округе, который объединил 14 студенческих команд вузов свыше 200 человек. Майский марафон в Ленинградской области посетили представители 19 высших учебных заведений страны. Форум организован при поддержке Министерства образования и науки России и Федерального агентства по делам молодежи, исполнитель проекта «Центр новой молодежной политики». Основная задача – это организация площадки для студенческой молодежи, направленной на отдых и оздоровление. Ребята принимают участие в различных видах спорта, узнают новые, побеждают, соревнуются и сплачиваются. В рамках форума проходят 3 параллельные программы по направлениям – спортивная, творческая и образовательная. В последнюю вошли школа национального лидера, управление проектами, школа креативности, площадка технологий работы с молодежью на базе российских университетов. Выявить творческие личности среди участников помогают фотомарафон, КВН, конкурс театральных постановок и видеороликов, музыкальные конкурсы «Бурлеск» и «Битва диджеев». Спортивная программа насчитывает более 12 видов состязаний – турниры по мини-футболу, дартс, бильярду, боулингу, чемпионат по фриропу и водному поло. Приехал на форум, чтобы научиться чему-то новому, поучаствовать в различных конкурсах, состязаниях и также познакомиться с новыми людьми, какие-то наладить связи между другими городами. Изумительно, просто изумительно. Настолько разнообразно все, и спорт, и знания, и вообще все. Да, это классно. Здесь очень замечательное место проведения, организаторам всем респект. И мы получаем удовольствие, здесь живем спортивной, творческой, общественной деятельностью. Победители получат призы и подарки от партнеров форума. По итогам всех конкурсов и соревнований определят лучшую студенческую команду, которая получит специальный титул и станет победителем студенческого марафона. Следующий форум пройдет в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах уже осенью этого года.